long as I'm willing to. Вот это кинетический шлем и взаимодействие с векторными полями для Хиггсового поля. Так, тут видно? Нет. А тут? Вот так выглядит говорядная производная, только Y равен единицу Хиггсового поля гиперзаряд конкретно. Теперь потенциал у нас обычный вот такого типа. Как видно, он зависит только от модуля фи. А можно запараметризовать фи, например, в виде модуль и E в степени 3 угла. Всего 4 степени свободы. Но я напомню, когда мы рассматривали пример с группой U1, адлерское одно поле, то комплексное одно поле, то его можно запараметризовать в виде модуля. И фаза. Эта фаза определена с точностью до сдвижки по перекалибровкам. Так вот, поскольку это на вид выглядит так, что я могу альфа от х сдвинуть на любую бета от х путем перекалибровок, то формально я могу выбрать бета равное минус альфа, и этот экспонент у меня уйдет. Это просто специальный выбор калибровки. А с другой стороны, мы видели, что если я вот эту перекалибровкой переброшу удлинение потенциала, то он будет типа плюс или минус, не помню. Пойдет вот такая комбинация, которая калибровочный вариант. То есть, если альфа сдвигается на альфа плюс бета, а сдвигается на е, а сдвигается на е плюс д бета, и бета здесь сокращается. Поэтому вот это так определенное поле В, оно формально калибровочное инвариантно, и именно оно приобретает массу. В неабельском случае все качественно выглядит таким же образом, только здесь будет не простая экспонента, а матрица, и в степени углы с матрицами. Но ввиду калибровочной инвариантности мы тоже можем это все перебросить на удлинение наших полей и переобозначить их. То есть, например, там W заменится на W там минус УГС, ДМУ. ДУ будет вот эта матрица неабельская. Понятно, о чем я говорю? Е в степени вот у нас будут три калибровочных угла.
свободы. Ну вот с точностью до таких очевидных обобщений я могу переобозначить, что Дубылевые вот это, новая комбинация, обозначить новые буквы. И это будет мое массивное поле, которое формально-калибровочный вариант. Но если это понимать, то можно этого вообще не писать, а прямо взять, например, здесь альфа равная нулю, или здесь у равная единичной матрице, и не переобозначать, а оставить W. Понимаете, это вопрос свойства переобозначения. Но поэтому для простоты все так и делают. А именно, выбираем вакуум в этом случае с альфа равным нулю. А здесь выберем вакуум с матрицей У равной нулю, а единиц единичной матрицы. Так, чтобы это выглядело максимально просто. Ну, поэтому вот наша фи. Оно стандартно полиметризуется так. Тут будет, например, и плюс. Здесь пишется единица на корень из двух. Тут пишется буква ИТА. Плюс. Ну, например, двое сигма, Значит, по определению выберем вакуум вот таким. Ита – это число. Я могу написать явный потенциал, чтобы у него минимум был в этом месте. Это стандартный потенциал. Вот так он теперь у нас запишется. Я раньше писал букву фи ноль, вместо фи ноль стандартно люди пишут вот так. Это дело условное, естественно, это просто обозначение. Но поскольку есть стандарт, так лучше его придерживаться. Еще раз говорю, здесь можно написать какую-то матрицу калибровочную, по сути, которую можно убрать калибровкой. Она перебросится в удлинение векторных полей на производную, обозначите новое поля новой буквой, и после этого эта матрица исчезает. А проще всего ее сразу взять за единицу и ничего не переобозначать. Вот так и будем делать. Значит, цель состоит в том, что отсюда сейчас мы вытащим, какие массы получатся у наших четырех векторных полей. 3W и 1 поле B. Ну вот, этим и займемся. Значит, для этого достаточно. Что такое масса? Это члены квадратичные по векторному полю. Значит, надо их вытащить отсюда. Для этого достаточно, значит, еще раз, вот это поле фи плюс и сигма, они в вакууме уже равны нулю, и они описывают квантовые флуктуации, то есть возбуждение от виде уже физических частиц. Поскольку они нам сейчас не нужны, если нас интересует масса векторных полей, то сюда достаточно подставить вакуумное среднее с выброшенными флуктуациями. Эти флуктуации описывают вот эта флуктуация модуля, и она будет иметь массу, описывающую массивное нейтральное поле. Это по существу эквивалентно-калибровочной степени свободы, и оно убирается. То есть вот этот вид, еще раз говорю, можно переписать как некоторую матрицу умножить на вот эту вещь.
посчитаем. Это комплексная боль, две степени свободы. Это тоже комплексная боль, сигма. Должно быть четыре степени свободы. Ну вот мы, когда написали так, это одна вещественная константа, и тут будет три каких-то угловых переменных. Это перепарамеризация. Ну поэтому теперь перекалибровка, эту матрицу можно убрать. И поэтому, по сути, из этих четырех степеней свободы, то, что нам сейчас нужно, это только эта константа. А физической степенью свободы будет модуль сигма. То есть фи крест фи, если вот так написать, это унитарная матрица, то фи крест фи это есть инта квадрат пополам. Отсюда видно, что модуль фи, надо умножить это на сопряжённое. Ита плюс сигма по модулю квадрат пополам. Ну вот, это одна вещественная переменная, кажется. Можно её назвать модулем. Это что относится к самому полю фи. Но нам сейчас нужно отсюда вытащить члены квадратичные по векторным полям. Типа W квадрат и B квадрат. Поэтому для этого достаточно вот эту матрицу убрать или сразу калибровкой ее превратить в единичную и оставить только вот эту константу. Ну вот давайте это подставим. Как будет выглядеть вариантная производная, действующая на поле фи, замененное с выброшенными флуктуациями. Значит, маленькая производная, она будет это дифференцировать, а поскольку это константа, она вылетит. Видно? Ну я ее выброшу сразу. То есть остается надо расписать, это идет сумма по трем тому матрицам, надо ее расписать живьем. То есть это тау дублюе. Индекс мю я не буду писать, он висит себе, с ним ничего не происходит. Вот этот третий мы не будем трогать, так? А удобнее вместо 1,2, как сюда внести комбинацию тау-1 плюс минус и тау-2. Тау плюс и тау минус, так? Давайте их отдельно попробуем. Значит, тут только, чтобы с двойками не запутаться. Так, может быть, только наоборот надо сделать. Так, лучше сделаем наоборот. Значит, введем W. Плюс это будет
КБ2-1 плюс И КБ2-2 на корень из 2. Это определение. Тогда КБ1 это есть КБ2-3 прибавить КБ1 на корень из 2. КБ2-2 это будет КБ2+, КБ2-, и корень из 2. Так? Ну и подставляйте КБ1, 2 сюда. Значит, при W+ будет стоять Tau1 на корень из 2. Прибавить Tau2 делить на I корень из 2. И можно поднять вверх вот так. Значит, тут стоит Tau1 минус и Tau2 корень из 2. Тут стоит W-минус Tau1 плюс и Tau2 на корень из 2. Ну а это так и остается. Теперь напишем явный вид этих матриц. Tau1 это вот что, и Tau2 это вот что. Поэтому Tau1 плюс и Tau2 двойку я тогда вытащу, с этим корнем из двух сократится, будет корень из двух наверху. А тут будет единичка. Ну и Tau3 подставлю явно. А, пополам. Еще тут пополам всеобщий множитель не написан. То есть у меня тут написано вот это множитель. Но оно входит тут пополам. Но поскольку я сейчас пишу это выражение, тут пока пополам нет. Но потом, когда мы его будем подставлять сюда, надо еще на двойку разделить. Наоборот, да, пардон. Наоборот. Тут будет 0,1. Тут будет 1,0. Тут будет 1,0,0-1. Это явно вид Tau3. Вот теперь это все надо разделить пополам, и это будет вот это выражение. А это единичная матрица. Так. И потом надо это все подействовать на этот спинор. Так, что тут?
Получится спиной снова. Ну, я его сейчас напишу. Значит, на верхней компоненте, что у нас будет стоять. Значит, если эту строка на столбец будет 0, это будет нижняя компонента. На верхней будет стоять вклад от этого, и вклад от этого, и вклад от этой единичной. Так? Значит, здесь будет только два минус, делить на корень из двух и еще умножить на вот это. Это от этих двух. Теперь от этого будет 1/2 дубль В3 умножить на вот это. Нет. Нет, на верхнее это не умножить. Тут 0. А вот тут единичная матрица. Она так и добавится. Нет, но она тоже даст 0. Поэтому наверху ничего больше не будет. Согласны? Теперь внизу. Я эту матрицу умножу на это. Это будет 0. Будет вот это вложит. Значит, будет W плюс 1/2 и тау, если следить. Что мне этот W плюс не нравится? Это не должно быть его там. Ну, хорошо, помножим вглубь. Значит, вот матрица. На столбец 0. А, тоже 0. Да, он не даст скоро. Что-то он мне не понравился сразу. Тем лучше. Так. Это тоже не даст. Вот это даст. Значит, что он дает? Строка на столбец 0. Нижняя строка на столбец, он даст минус 1, 1/2 и вот это число. И еще поле В. Поле В даст 1/2. А, еще константы надо. Тут надо же написать, нужно штрих. Значит, поле B это просто произведение 1/2 на это число. Значит, тут надо написать G. Тут надо написать G. И тут надо написать G'. 1/2. Что ты? Ита на корень из двух. Вот такой спинор получится. Согласны? Ну, теперь надо умножить на сопряженное. Пишу сопряженное. Это будет строчка. W минус сопряженное, это W плюс.
тоже не удастся. Ну, теперь их надо перемножить. Квадрат этой штуки. Значит, ну, прибавим, как она есть. И так квадрат пополам можно вынести. Значит, тут стоит 1/2, тоже можно вынести. Это будет 8. G'P минус G W3. Вот члены квадратичные по векторным полям. Что отсюда видно? Видно, что в заряженном W будет квадрат массы равен вот чему. Только двойку, чтобы не потерять. Я имею в виду, квадрат массы определяется сравнением этого члена с кинетическим членом. Масса W в квадрате будет G квадрат, это квадрат делить на 4. Вот это и есть квадрат массы. То есть масса W заряжена. Это будет G это пополам. Что касается нейтральных полей, видно, что из двух нейтральных полей массу приобрела только одна комбинация, вот эта. А вторая комбинация со знаком плюс осталась без массы. Вот это называется Z0 бозон. Только он не нормирован. Значит, давайте введем обозначение. Значит, из этих надо вынести модуль. G с чертой, корень, G квадрат, плюс G штрих квадрат. Так, после этого обозначим G делить на модуль, делить косинус угла. Штрих делить на модуль синус угла. Это называется углование. Ну, видно, что так всегда можно сделать. Потому что квадрат этого плюс квадрат этого тождественная единица. Z0 нормированный называется синус это на B ну, индекс μ все время висит, и я его не пишу, он тупо висит на B минус косинус
Думаю, в интриге. И второе поле ортогональное к этому. Это есть... Так, я напишу сначала, потом поправлюсь, что-то не так. Синус на W3 плюс косинус на B. Общий знак какой невозможен. Сейчас посмотрим. Вот тут почему-то у него общий минус. Так, а на фотон так, значит, фотон, ну, смотрите, тут, тут же входит в квадрате, поэтому, что, вот это мы назвали z нулем, но я могу написать общий минус, вот так, и в квадрате это то же самое. Поэтому эта фаза, она на самом деле условна. Я переписал так, как принято. Z нулем называется вот эта комбинация, а вторая к ней ортогональная комбинация обозначим А. Так вот, что отсюда видно? Вот это наш Z нуль. Он стал массивным, а поле А осталось без массы. Теперь, поскольку это нейтральное поле, то что здесь стоит, это 1 вторая квадрат массы. Поэтому масса Z нуля это будет ито пополам. А еще нет, тут я потерял, тут будет стоять же чертой квадрат. Мы вынесли модуль же, вот этот, же чертой, мы из этой комбинации выносим, тогда остаются синус косинус. Значит, масса z нуля в квадрате. Это будет вот это делить на 4. Корень будет же чертой и то пополам. Это будет наш фотон. Он остался без массы. Так, ну что отсюда предсказывать? Отношение можно написать. Масса W. Теперь я не пишу плюс-минус, у нас один W остался заряжен, потому что остальные переобозначились. Делить на массу Z. Это будет G делить на G чертой. G делить на G чертой косинус Y. Так, значит, давайте подведем итог. Что мы видим? За счет того, что произошло спонтанное нарушение симметрии, оно, напоминаю, выглядит вот так. СУ2 из СУ1 у нас было на УМ1 ДГРДР. Осталось, ну я не знаю, как ее обозначить, вот так можно обозначить. Мы в прошлый раз это обсуждали, что из четырех генераторов, три, которые СУ2-шные и один гиперзарядный,
генераторы вращения вокруг первой и второй оси, это, так сказать, заряженные компоненты, они нарушены. Генератор вращения вокруг третьей оси, связанный с W3, тоже нарушен. Но и этот нарушен. Но из этих последних двух можно сделать линейную комбинацию, которая остается не нарушенной. И еще раз говорю. Вот у нас выбор вакуума. Теперь, если я действую поворотом гиперзаряда на какой-то там угол бета, я в прошлый раз когда писал, я эту половинку забыл. Тут стоит гибрид пополам. Ну это опять условная вещь. Между стоит Е степени и бета 1/2. Вот. Если я начну на вакуум действовать поворотом внизу 1 с каким-то углом бета, он накачает такую экспоненту. Если я буду действовать поворотом вокруг третьей оси на угол альфа, то мы уже говорим, вот Е в степени, и альфа, тау 3 пополам. Так? Но тау 3 действует на такой спинор, его верхняя компонента можно выбросить, а нижняя компонента, которая равна минус 1, она останется. Поэтому при действии на такой спинор, это эквивалентно простой экспоненте вот такой. И вот видно, что когда я действую отдельно этой, то он меняется. Когда я действую отдельно альфа, он меняется. Но если я выберу альфа равной бета, то он не меняется. Поэтому, хотя отдельно третий генератор и этот гиперзаряд не нарушены, но их комбинация в виде суммы осталась не нарушенной. Но вот математически это выглядит вот так. Эта буква А означает, что вот эта абелевская группа О1, она не такая, как гиперзаряд. Она из комбинации, из третьей, из поворота вокруг третьей оси и вот этих вот этих поворотов. Это и отражается, что тут получилось. Что было 4 генератора, 3 здесь, 1 здесь. Из них 3 нарушились, 1 остался не нарушен. 3 нарушились, появятся 3 Голстова. А полей векторных у нас 4. Эти... Из этих 4 векторных полей 3 проглотили 3 Голстоуна, и получилось 3 массивных поля. А одному Голстоуну не досталось, он остался безмассовым. Это фотон. Но поскольку у нас перекомбинировались вот эти 2 заряда, то это не просто, что W3 стал массивным, а B остался безмассовым. А перекомбинировались и получились вот такие комбинации. Вот эта комбинация стала массивной, а это осталось не без массы. Уже отсюда можно сообразить, поскольку генератор, соответствующий фотону, это генератор электрического заряда, то как он комбинируется с генератором третьей компоненты из спина и гиперзаряда. Так, а что тут написано? Бета. А, нет, тут была, пардон. Это я просто эту стрелку перепутал. Нужно вот здесь положить альфа равным бета. Вот это генератор гиперзаряда, а это третья компонента из-за спина, так выглядит. И вот это все вместе должно давать генератор электрического заряда. То есть Q должен быть равен T3, а здесь на самом деле стоит Y пополам, просто Y у хикса равен единице. Вот
вот эта комбинация, вот этот генератор остался не нарушен. А обратная комбинация нарушилась. Ну, это проверяемо еще в том смысле, что мы можем получить выражение электрического заряда через эти два, глядя на взаимодействие фермионов с векторными полями. У нас дальше напишем, у нас же есть выражение кинетические члены фермионов. Это пси с чертой, d большое пси. И в d большое входит векторные поля. Туда входит W плюс, W минус, Z и фотон. Все туда входят. Ну, на тех фермионах, которые имеют все эти заряды не нулевые. И когда мы переподставим наши обратные формулы, то W3 и B перевыразим как комбинации Z и A0. То мы увидим, как фермионы взаимодействуют с фотонным полем А мю. А коэффициент должен быть равен электрическому заряду. Это определение электрического заряда. И отсюда мы получим, что Е равно G на синус Т. Это я вам просто одно пишу. Позже мы это подставим и проверим. Хорошо. Значит, теперь смотрим, что можно предсказать для эксперимента. Вот это рассматриваем как наблюдаемое. Электрический заряд считается, что он известен. Так? Тогда мы знаем вот эту комбинацию из двух параметров G и синус угла В. Ну или просто угла В. Так? С другой стороны, если мы измерим отношение массы W, ну, можем измерить обе массы. Если мы измерим обе массы, то что мы найдем? Сюда входят три параметра. Ну, формально два, ита, нет, три. Ита, G и G с чертой, где G с чертой больше. Короче, у нас есть три измеряемых величины. Масса W, масса Z и электрический заряд. И они по этим формулам выражаются через три параметра. G, G' и ита. Ну тогда я могу все найти из эксперимента, в этом смысле. Я их не предсказываю, но измерив на эксперименте электрический заряд, массу Z и массу W заряженного, я найду все три. G, G' и это уже как числа. А больше здесь нет параметров в этой части Лагранжа. Ну и реально числа выглядит так. Вот этот ита, это где-то 250 Г. Так? Теперь. Синус угла Вайнера близок к 1/2. Чуть меньше. То есть угол не маленький. Ну отсюда видно, что G, вот эта константа, с которой взаимодействует W заряжение, равна Е умножить на 2 где-то. То есть она всего в два раза больше. Она сама по себе, если вы рассматриваете Е как маленькую константу, электромагнитную, то G будет всего в два раза больше. А G', она меньше, чем G. Если синус 1/2, то косинус чему равен? Корень из 3 надо. То есть это угол 30 градусов. Угол Вайнберга близок к 30 градусов. Синус близок к 1/2. G' делить на G это тангенс. Тангенс
будет единица на корень из трех. Ну, короче, сами видите. Значит, но я хочу обратить внимание, что константа Е, она как бы считается маленькой, электромагнитной. В том смысле, что альфа равная Е квадрата на 4 π, это 1/137. Это действительно достаточно маленькое число. Но если отсюда найти само Е, то оно совсем не такое маленькое. Потому что 4 π это 12. Ну, я так грубо написал. Е приблизительно 1/3. Видно? А сама по себе константа Е не такая уж маленькая. Просто, когда вы делаете расчет по теории возмущений, смотрите петлевые добавки, то вы получаете ряд не по Е, а ряд по альфа. Входит ряд по степеням альфа. А альфа уже действительно маленькое число. 4 π накачивается из фазового объема, там всегда восстает интеграл, это 4 k на 2 π в четвертой. Вот оттуда идет 4 π. А то, что входит в ряд по степеням четных степеней Е, ну это потому, что сочетность обычно работает. Хотя есть и процессы, где можно испустить нечетное число фотона. Так, с этой частью все. Значит, еще раз, что мы получили? Мы получили то, что хотели. Нам нужно было иметь три массивных поля и фотон. Мы их получили за счет того, что дали ввели Хиггсовый изодублет и дали ему такой потенциал, который привел к спонтанному нарушению симметрии вот такого вида. С появлением трех голдстоунов, а один... Да, трех голдстоунов и все. Эти три голдстоуна были поглощены тремя векторными полями и вместе с ними образовали три массивных векторных поля, а одно поле осталось без массив. Но эти поля являются комбинацией. Заряженные поля тривиально, прямо и есть W плюс минус, которые были. А нейтральные поля, которые имеют определенную массу, являются вот такими линейными комбинациями из W3 и гиперзарядного поля B. Так что в этом плане, что хотели иметь, то и имеем уже. Теперь с термионами. Перерыв, наверное, надо сделать. Логично. То есть вы должны помнить следующее. Так все красиво получается, как хотелось, потому что исходно люди все это подобрали. Подобрали эту группу, то есть ясно было из эксперимента, к тому времени это было где-то 62, 63, 64 год, когда это все теория создавалась. Думаю, заряженные были известны давным-давно, а с нейтральными токами ситуация была до этого непонятна. То есть непонятно было, есть Z0 бозон или нет. Про фотон я не говорю. Вот. Поэтому перед этим появилась теория Джорджа Глэша, это два автора. Когда они думали, что нейтральных токов нет, Z0 бозона нет, а есть только W плюс-минус и фотон. Тогда у нас будет три как векторных поля, а не четыре. Так? Тогда нужно двум заряженным W дать массу, а фотон оставить без массы. Тогда вот этого не нужно. Значит, модель будет выглядеть так. Берется группа SU2. А поле φ вместо комплексного изодублета с четырьмя степенями свободы нужно взять как изотриплет.
Ну и тоже написать аналогичный потенциал. Тут будет фи вектор в квадрате. У него 3 степени свободы, а не 4, из-за вектора. Ну и при таком виде потенциала он тоже будет конденсироваться. И можно выбрать и среднее по вакууму. Например, вот так. Сейчас только... Вместо этого удобнее всегда пользоваться матрицей 2 на 2. Вместо одного изовектора вот так перевести его в матрицу 2 на 2. И это будет что-то типа... Ну, тут я половинку сейчас уберу. Это будет фи 3 минус фи 3. А тут будет фи 1 плюс и фи 2. Тут будет фи 1 минус... Ну, что-то в этом роде. Фи плюс фи минус – это комбинация фи 1 плюс минус и фи 2. Так вот, выберем вакуум так, что фи 3 не равно нулю, а заряженное равно нулю. Тогда в вакууме эта матрица будет выглядеть вот так. А тут будет некоторая константа. Вот это, аналог ИТ. Физически это означает, что вакуум выбран так, что вращение вокруг третьей оси его не меняет. Потому что матрица поворота вокруг третьей оси... Короче, это означает, что этот изовектор торчит по третьей оси. Поэтому если я буду вокруг этой оси крутить, он не меняется. Это дело вкуса, еще раз говорю. Просто это общепринятый простейший выбор вакуума в такой ситуации. Ну и тогда можно дальше на пальцах посчитать уже, что должно произойти, если такую теорию взять. У такого изовектора 3 степени свободы. Модуль и 2 угловых фазы. 2 угловых фазы за счет спонтанного нарушения там дадут 2 галстоуна. А модуль будет нормальным массивным полем. Эти 2 галстоуна проглатываются заряженными W плюс минус, и они становятся массивными. А W3 остается безмассовым, это отождествляется с фотоном. Вот такая была теория. Она сама по себе внутренне абсолютно нормальная теория. Просто она на эксперимент не пошла, когда эксперимент обнаружил, что есть нейтральные слабые токи, осуществляемые обменом с Z-мальбозоном, а не только заряженные, осуществляемые обменом W плюс минус и электромагнитные, осуществляемые обменом фотоном. Ну, тогда эту теорию выкинули, а ввели комплексное задупление, чтобы на одну степень свободы было больше, и добавили еще одну генератор поля B. Вот так это реально. Люди подбирали, понимаете? Чтобы вышло то, что нужно на эксперименте. Ну и подобрали. А мы сейчас идем обратным ходом. Мы уже это берем как готовое и смотрим, что получается то, что и хотелось. Да. Это, с другой стороны, то, что мы здесь расписали, вот эту теорию, то, что называется стандартная модель, это минимум. В том смысле, что нам нужно 4 векторных поля. Один фотон, один Z и 2 W. И еще, чтобы 3 из них были массивными, один без массы. Ну тогда для этого достаточно ввести Х, как и задублить, с 4 степенями свободы, так, чтобы 3 из них стали галстоунами и дали массу 3 векторам. Но можно ввести лишние хиксы, еще дополнительные какие-то скалярные поля можно ввести. Можно написать их какой-то потенциал, например, что они не конденсируются сами по себе, а тривиально просто там лишние частицы. Или можно, ну короче, это минимум того, что нужно ввести.
Это нужен комплексный задублет. А плюс лишних полей можно натолкать сколько угодно. Если они достаточно тяжелые, с массой, скажем, там, 1000 кг, они при наших энергиях будут не видны. Так что вы должны об этом помнить. Но то, что тут все рассказывалось, так называемая стандартная модель, напрасная хитрость, ну ладно. А это минимум того, что нужно, чтобы получить то, что хорошо известно. Массивные W плюс-минус, Z0 и безмассовый фотон. Так, теперь с фермионами. Ну, нужно действовать аналогично. Только написать ковариантную производную для фермионов. Она не нужна сейчас. Вернее, она нужна вот для чего, откуда я уже говорил. Из нее можно переподстановкой обратных форм W3B переподставить как комбинацию Z0. И мы увидим, как фермионы взаимодействуют с фотоном. И это будет комбинация констант, и мы получим вот это соотношение. Можете сами дома это сделать. А я сейчас займусь взаимодействием Хиггса с фермионом. Потому что у нас фермионы пока что безмассовые. Так, значит, это юкавские взаимодействия. Посмотрите там. Значит, если я возьму какой-то изодублет, ну, например, У левый, это будет У левый, Д левый. Например, этот кварковый изодублет. Так? Еще у меня есть изосинглеты. У правый и Д правый. Как выглядит взаимодействие с Хиггсом? Значит, нужно писать, например, Фи крест на Ку левый. Вот это изодублет. Это сопряженный задублет. Оно по индексу свернуто, это изосинглет. Поэтому по СУ2 мы сделали изосинглет. Но это остался фермион. Из него торчит еще бироковский индекс. Значит, надо свернуть то ли с У правым, то ли с Д правым сопряженным. Я не помню. Кажется, вот так. Проверьте. Ну, можно проверить по электрическому заряду. Должен быть нейтральный. Это же кусок Лагранжа. Он должен сохранять электрический заряд. Если я подставлю фи в вакуумном виде, например, да? Это будет вот так. Получится D чертой D, правильно, нейтральный член получится. Хорошо. Так вот, тут стоит какая-то константа, ну назовем ее, я не знаю. F1. Она симметриями, к сожалению, не забивается, произвольно. Так вот, если бы у нас все средние, это не плюс, это эрмитовское сопряжение. Тут еще есть, конечно, плюс, к нему сопряженный член. Плюс Q левая с чертой, фи на D право. Чтобы все вместе в Лагранжане был эрмитовский Лагранжан. Это комплексное вообще говоря выражение. Это к нему сопряжено. Так вот, что я хотел сказать. А, если бы
все среднее было равно нулю, то это было бы то, что называется юкавским взаимодействием. Это трехчастичная вершина, где встречается скаляр и два фермиона. Это было бы взаимодействие. Но когда все среднее по вакууму не равно нулю, у него есть просто частичная константная часть. И тогда это превращается в двухчастичный оператор. Кварка, типа пси с чертой пси, а это играет роль массы. Вот так наводится масса фермионом за счет спонтанного нарушения. Так что спонтанное нарушение фи дает массу как калибровочным векторным полям, так и фермионам. И сразу нам все проблемы она в этом плане снимает. Без массовых частиц останется один фотон. Ну и нейтрино там еще. Ну поэтому, если меня интересует масса фермионов, то я беру это взаимодействие юкавское. Вот это флуктуация модуля фи. Это массивное поле, описывающее хиггсовский бозон. И вроде бы сейчас он наблюден, на него масса где-то 125 гео. Он нам сейчас не нужен. Нам нужны массы фермионов. Поэтому я член Т с чертой сигма У там или Д подразумевается. А вклад в массу дает константа ИТа. И поэтому у нас получится F1. Тут будет ИТа на корень из двух. Д правое на кто-то, на Д левое. Плюс сопряжение. Ну теперь можно подставить. D левое – это единица минус гамма 5 пополам на четырехкомпонентный дироковский D. А D правое – это единица плюс гамма 5 пополам на четырехкомпонентный дироковский D. Тогда это будет D с чертой D пополам и еще D с чертой D пополам – это будет просто D с чертой D, где вот это уже наш четырехкомпонентный дироковский спинной. Вот эта комбинация, она будет равна обычному дироковскому D с чертой D. А вот это тогда будет его масса. Но и число ИТа мы уже знаем. Ну, только что его обсуждаем. Зная массу W, массу Z0, электрический заряд, мы находим константы G, G' и ИТа. Поэтому ИТу мы знаем. Но вот эту константу мы не знаем. Поэтому предсказать массу для кварка мы не можем. Но мы можем наоборот написать, что масса для кварка равна F1 ИТа на корень из двух. И отсюда найти константу F1. Для чего она нужна? Она описывает взаимодействие поля Хиггса, вот этого, сигма, с декваркой. Тут стоит ИТа плюс сигма, на самом деле. Так вот, ИТа – это масса, а сигма, Д, чертой Д – это юкавское взаимодействие хиггсового поля сигма, с декваркой. Вот эта вершина, константа F1, она больше ему равна, и теперь мы ее знаем. Если считаем, что массу декварка, мы знаем. Видно? Ну тогда я могу эти картинки и диаграммы Фейнмана, включающие эту вершину, считать по обычным правилам, и константу F1 я знаю. Ну, поскольку масса Д кварка, я отдельно где-то узнал. А ИТу мы тоже узнали. Но это не предсказание. Это, как видите, массу кварка надо задать. Тогда она нам позволяет найти константы юкавского взаимодействия хиггсового поля с фермионом.
Ну, вот так обстоят дела. Это что касается Декларк. Теперь есть второй вид взаимодействия. Как видите, у Кларка массу мы еще не получили, он пока что без массы. Но там у нас был второй вариант взаимодействия, когда вместо из-за дублета фи я вводил сопряженный через эпсилон. Помните? Если фи мы рассматриваем как изодублет, то фи с волной будет антидублет. В группе СУ2 это возможно. Но только в группе СУ2, где есть эпсилон с двумя индексами. В группе СУ3 уже у него три индекса, и уже это не проходит такой фокус. Ну поэтому, если мне нужно получить массу У, то тут пишется константа F2. Здесь берется антидублет. Вместо фи крест берется фи с волной. Так? И умножим на QE. Это тоже изотопический инвариант. Вот у меня... Смотрите еще раз. Фи у меня изодублет. Фи крест – антидублет. Фи с волной – тоже антидублет. Поэтому я просто вместо фи креста могу поставить фи с волной, и это будет тоже инвариант. Но здесь надо его свернуть с У прямо. Тогда у него гиперзаряд будет нуль. Ну, можно проверить. Давайте распишем. Что это такое? Я все с волной оставлю опять только вакуумное среднее. Если меня интересует масса у кварка. То есть еще раз. Фи с волной. Ита есть эпсилон и жита, но фи жита. Поэтому фи с волной 1. Это будет эпсилон 1,2 на фи 2. Эпсилон 1,2 это единица. А фи 2 это вот эта компонента нижняя. Вот это фи 1 вакуум. Вакуумный сигму не надо писать. Все же на то пошло. Вот это фи1, а это фи2. Поэтому я тут стрелку поставлю, что вакуумное среднее от фи1 с волной равно 8, а вакуумное среднее от фи2 с волной это минус единица, а это в вакууме 0. Ну поэтому фи с волной в вакууме, он имеет вот такой вид. У него верхняя компонента не нулевая. А само фи нижнее. Так, ну и подставлю его сюда. Значит, это будет ита на корень из 2. Нуль. Здесь стоит у левая до левая. И все, у правой торчит общий множитель. Ну и видно, что это даст, ну и плюс комплексно сопряжение. Видно, что это даст массу у кварка. Видно? Которая будет равна F2, ита на корень из 2. Напишем это. Это можно FT назвать. Вот это MT, а это FT назовем. А это будет MU. Это будет некоторая константа FU, ита на корень из 2. Это
к этому все сходится. Константы эти мы не предсказываем, еще раз говорю. На самом деле эти соотношения используются в обратную сторону. Считая, что массу кварка мы знаем, мы находим люкавские константы, и потом их используем для расчета вклада за счет трехчастичного люкавского взаимодействия. Вот это модульное поле сигма вот так взаимодействует с фермионами. С каждым фермионом со своей константой. Итого, у кварка метр-кварка мы дали массу, аналогично, просто автоматически второе и третье семейство с С-кварками, Т-кварками делается просто переобозначение. Что касается лептона, ну, вместо вот этого надо написать их лептонные партнеры. Значит, это будет L равное ню L, ЕL. А здесь будет ню правда и Е правда. Ну и короче, просто переобозначение вы получите вклады в массу электрона и нейтрино, пропорциональные тем константам, которые вы сюда напишете. Если вы хотите, чтобы масса нейтрино была равна нулю, нейтрино это верхний компонент, это аналог вот этого. Ну тогда нулите эту константу, все дела. А если вы хотите, чтобы она была не равна нулю, ну так оставьте ее там. Понятно, да? Если хочу, чтобы не было предметной массы. Чтобы что? Чтобы не было смешанной. Сейчас мы об этом начнем говорить. Я сейчас не все сразу, потому что иначе будет такой вот базар. Значит, допустим, вот на этом мы остановимся. Значит, что мы будем иметь в итоге? У нас стали массивными три из четырех бозона. Фотон остался без массы, то, что надо. Дальше. По фермионам, какие константы отведем, такие массы, соответственно, и получим вот по этим формам. Хотите в ненулевую массу, значит константа должна быть не нулевой. Вот это реально используется вот так. Что массу мы задаем, а отсюда мы находим эти константы. А потом их используем для расчета диаграммы. Ну и в принципе это все. Без массовыми оставили, ну, например, я упрощаю, у нейтрино есть маленькая масса, но она настолько маленькая, что сейчас временно можно ее вообще считать нулем или не усложнять себе жизнь. Так? Поэтому все остальные фермионы у нас имеют массы, какие мы знаем. Нейтрино взяли массы за нуль, с массами фермионов у нас все в порядке автоматически. В этом смысле. Главное, что есть механизм за счет конденсирования фи, который способен ему дать массу с одной стороны, не нулевой, с другой стороны, это взаимодействие напряжения выглядит как инвариант. Просто эта инвариантность дальше в вакууме спонтанно нарушается. В этом нетривиальный эффект. Ну и с векторными полями у нас теперь все в порядке, поэтому более-менее все нормально стало. Теперь начнем усложнение. Дело в том, что тот вид, который мы написали, вот здесь, например, для взаимодействия Хиггса с фермионами, это не самый общий вид. Такие члены, конечно, есть. Но вот здесь, например, вместо D-кварка по квантовым числам я могу поставить S-кварк. А тут будет какая-то другая константа. И тогда я получу не буквально массу D-кварка, а я получу член, где он? Вот такого типа. Смешанный с S и D. Вот что я получу. Видно? Не с
ничем не запрещен такой снят. Тут будет какая-то другая константа. Ну и ясно, что я могу теперь дописать все возможные такие недиагональные члены, которые смешивают кварки с одинаковым зарядом. То есть нижние кварки можно перемешивать между собой D, S и B. И у меня будут члены типа S, D, S, B и D, B. И у каждого будет какая-то своя константа. И отдельно можно перемешивать верхние кварки U, C, S со своими константами. Поэтому представьте себе, что мы написали самый общий вид. Когда удобно все три семейства как-то обозначиться одним целым. А именно, например, У большой, верхний кварк, это будет У, С, Т. Это будет три семейства. Первое семейство, второе, третье. А Д большой, это будут нижние кварки. Д, С, Б. Т у нас здесь. Так. И в этом смысле массовая матрица, вот это теперь называется массовой матрицей. Она теперь не диагональна. У нас есть вот такие недиагональные элементы, перемешивающие разные флейборы. Если бы их не было, то мы бы написали так. Здесь с чертой, здесь была бы диагональная матрица. Я пишу на примере нижней. Это все остальное нулики. Вот это выглядело бы так. Было бы МД на Т с чертой Д. Плюс МС на С с чертой С. И плюс МБ на Б с чертой Б. Но теперь у нас появились перемешивающие члены. И поэтому теперь это надо написать как некоторую массовую матрицу 3 на 3. Понятно? В общем виде. Назовем ее V с индексом D. Это унитарная 3 на 3 матрица. То же самое надо добавить отдельно для верхних кварков. Это тоже унитарная 3 на 3 матрица. Это численная просто матрица, состоящая просто из чисел вот такого типа. Константа умножить на и. А константы все мы не знаем. Вот это уже общий вид. Так. Но отсюда видно, что поскольку матрица массовая у нас не диагональная в общем случае, то вот эти коэффициенты, которые тут стоят, даже по диагонали, значит, еще раз. Вот я сейчас сниму. Вот у меня есть диагональный член, например, D с чертой D. Так? Если бы этот D не перемешивался с S и с B, это была бы его физическая масса, вот это число. Но поскольку есть члены не диагональные, то это не есть наблюдаемая масса. Понятно? Надо раздиагонализовать. И мы говорим, вот эти поля, которые мы выбрали, вот эти, оказывается, что они не физические поля, в том смысле, что это не есть переменные поля, ну, поля это и есть переменные интегрирования. Функциональном интеграле. Но это плохие переменные, потому что они не описывают частицы с определенной массой. Это не диагональная матрица. Надо линейно перекомбинировать и эту квадратичную форму раздиагонализовать и отдельно эту тоже. Понятно? То есть надо перейти к новым переменным. Поэтому я сейчас меняю обозначение. Вот эти старые, которые мы обозначали вот так, я назову со штрихами. Это плохие переменные. Они описывают поля без определенной массы, а комбинации. А нужно ввести новые переменные.
которых эта матрица раздиагонализуется. А именно, я напишу D' равно так, давайте я вместо B напишу букву U. Вот это унитарная некоторая матрица. Нет, не унитарная. Это просто матрица 3 на 3 общего вида. Только эрмитовская. Все, что о ней можно сказать. А теперь я буду делать поворот, перемешивание. И напишу D' равно V D на D. Вот это унитарная матрица 3 на 3. Понятно, о чем я говорю? Это означает, и обратно формула будет D равно V обратная матрица на D'. Но поскольку эта матрица унитарная, то обратная равна эрмитовой сопряженной. Ну, равна и равна. Физически это означает, что вот это хорошие переменные, а это старые плохие. Когда я подставлю вот это сюда, то у меня получится... Тут стоит выкрыть, например. Может быть, наоборот, здесь обозначим V крест, тогда здесь будет сопряженная равная V. Тогда здесь будет V крест, а здесь будет V. Это вопрос обозначения. Просто я пытаюсь так, чтобы выглядело более-менее привычно. Вот я вместо D' и D' сопряженная подставил через D. Вот это. Понятно? И тогда это выглядит как вот такая матрица. Старая матрица не диагонально обкладывается вот этой унитарной матрицей в D. По определению, эта матрица в D такая, что вот эта получившаяся 3 на 3 матрица диагональна. И вот она имеет вид мне обозначения не хватает. Давайте эту я вот так обозначу. А вот эту обозначим в D. А это та матрица с волной, которая диагонализует вот эту матрицу эрмитовскую. Диагональная и имеет вид так. Это всегда можно сделать. Эрмитовскую матрицу унитарным поворотом всегда можно причесать на диагональный вид. Поэтому вот это хорошие переменные, понятно. В этих переменных массовая матрица диагональна, и они описывают частицы с определенной массой. Понятно? Понятно. Хорошо, вот так мы это все хозяйство, описывающее взаимодействие фермионов, массовую матрицу фермионов, мы, переходя к новым повернутым переменам, мы ее раздиагонализовали и нашли те переменные, которые описывают частицы с определенной массой. Но у нас же есть еще взаимодействие наших кварков, лептонов с векторными полями. И если мы фермионы наши повернули, то надо их повернуть и в тех членах Лагранжана тоже, которые описывают их взаимодействие. Кинетические члены инвариантны. А взаимодействие с полями надо рассматривать. Взаимодействие есть двух типов. Например, есть взаимодействие с нейтральными полями, Z0 и фотон. И это взаимодействие типа такого, что это какой-то фермион, тут стоит D, тут стоит тот же фермион,
Ну, например, пусть чертой У. Я беру вот, так сказать, нейтральные вклады, где вот это происходное, ну, она имеет стандартный вид. Только надо перепоставить сюда. Поле В и поле W3, которые сюда входят. Так, сейчас. Тут надо убрать. Оставить только ТАО-3 и W3. Вот члены, которые нейтральные сами по себе, например, у чертой У, туда входят, конечно, только нейтральные поля. W3 и B. W3 и B есть комбинация Z и A0. Ну, если можно перепоставить, это описывает взаимодействие Z и A0. Это относится не только к кварку U, это относится ко всем диагональным членам. Поэтому тут можно написать вот в общем виде вот так. И то же самое для нижних. Только у нас это вот так сначала выглядит. Я пишу в старых переменах. Еще раз напомню. Старыми я называю вот то, что мы до сих пор используем. Вы не запутались? Но теперь я на них поставил стрик. Это вот эти перемены. Потому что мы от них сейчас освободимся, перейдем к хорошим переменам. И хорошие перемены лучше писать без штриха, иначе нам эти штрихи всю жизнь придется таскать по всем формам. Так вот, в старых переменных, которые сейчас выглядят вот так, как штрихованные, у нас массовая матрица Хиггсовая была не диагональна, но взаимодействие с этими всеми калибровочными полями, оно было вот так выглядело, и было диагонально. И то же самое для D. Это выглядело вот так. Это все буквы две получились. Теперь мы говорим, когда мы перешли к новым переменам, повернутым, мы раздиагонализовали массовую матрицу, теперь это хорошие поля с определенной массой. Но теперь надо сюда тоже переподставить этот поворот. Но вот эти стены нейтральные, которые тут написаны, когда здесь стоит только диагональная матрица, они на это не реагируют. Значит, еще раз. Вот это даст У без штриха, а тут будет В крест, а тут будет Д. И то же самое У. Вот я переподставил через новые поля. И что тут видно? Надо увидеть, что это можно пронести, тогда по унитарности В крест В равно единице. Это унитарная матрица. Если это переписать, вот это, подставить явно, сейчас, неудачно написано, это будет какая-то комбинация, условно говоря, А на С мю плюс Б на А мю. Вот так реально это будет выглядеть. Это не матрица уже на самом деле, в смысле за спину. Уже из нее вытащена нейтральная компонента. Но поэтому в этом смысле это единичная матрица. Но тогда через нее проходит В, крест умножается на В и равно единице. То есть нейтральные члены при переходе к правильным переменам, они какие были диагональные, такие остаются. А вот заряженные нет. Теперь напишем заряженные. Заряженные выглядят так, например. Тут стоит У штрих,
Тут стоит «иде», а тут стоит «де». А здесь останутся только W плюс, W минус. Понятно, о чем я хочу говорить? Ну, например, это будет вершина. Уклак левый. Здесь будет гамма мю, D левый. А здесь будет W, то ли плюс, то ли минус. Чтобы этот целом был нейтральным в лагранжиане. Сейчас. Этот оператор уничтожает D-кварк и рождает U-кварк. То есть он несет на себе заряд единиц. Значит, тогда тут будет стоять на нулевой минус. Вот как выглядит кусочек типичный для заряженных такого. Понятно, о чем я говорю? Так вот, а вот это его, так сказать, обобщенный вид по всем заряженным такам, где это три семейства У, а это три семейства Д штрих. Теперь, если я переподставлю в правильных переменных, то тут будет У с чертой. Опять, это уже не матрица в этом тактическом пространстве, а это уже конкретно просто взаимодействие с W плюс и сопряженное с W минус, только. Поэтому это будет через эту ковариантную производную матрицу флейворная проходит. И это будет V крест У на V D. А здесь будет и D, и на D. Вот если бы матрицы VU и VD были одинаковыми, это была бы единичная матрица. Вот здесь было, вы видите, я стер, что ли? Стер. Тут были одинаковые матрицы. ВУ сопряженная и ВУ. И поскольку она унитарна, то ВУ крест на ВУ равно единичной матрице. И она отсюда унитарна. А когда это заряженный шлейф, то здесь выскакивает матрица ВУ, а D выскакивает другая матрица, VD. И если они не равны друг другу, это уже не единичная матрица. Но это какая-то унитарная матрица. Мы ее не знаем. Потому что мы эти все константы не знаем. И как это реализовать, мы заранее не знаем. Поэтому вот это все уже механизм. Что когда мы раздиагонализовали массовые матрицы, перешли к правильным фермионным переменным, то массы все диагонализовались как по верхним, так и по нижним кваркам. И теперь массовые члены имеют вот такой нормальный вид. Но взаимодействие с векторными полями, что, во что превратилось? Взаимодействие с нейтральными полями осталось диагональным. Штрихи тут можно снять. Какое было, такое и было. Так? Но взаимодействие с заряженными W плюс минус перемешалось. Вот тут появилась не единичная матрица, которая вот так составляется из этих двух. Но это одна только матрица. Они не входят отдельно. Они входят только в таком виде. Поэтому в итоге у нас взаимодействие с заряженными W будет выглядеть вот так. У. Здесь будет стоять матрица, которая называется матрица Кабиба Кабаяши Маскава. Это 3 на 3 унитарная матрица. Вот это мы, как целое. Здесь будет стоять левая, где левая. Гамма-мю надо поставить. А здесь будет стоять W минус мю и плюс орбитово сопряженных. Вот все, что осталось от перекручивания и перехода к правильным переменам, это вот эта матрица, которая будет входить в вершину взаимодействия заряженных токов с W заряженными. А в нейтральных ничего не будет.
Там мы все диагонально, как и вы. Так, что у нас со временем, кстати? А, уже лишнего, да? Ну, зато на этом мы логично...